Всем доброго времени суток, с вами Элис и Роуз, и сегодня мы будем в очередной раз пробовать играть The Long Dark на сложности Сталкер. Я тут за кадром открыла парочку зон. И тут появилась новая карта, ничего себе, зона запустения. Не знаю, я, к сожалению, как до нее добраться, но у меня есть Отрадная долина и Прибрежное шоссе. Я хочу попробовать на Прибрежном шоссе. Давайте попытаем удачу там. Играть будем за женщину. Хотя, может быть, мужики лучше выживают? Мне кажется, это не имеет никакого значения. Пошли. Воу! Воу, все изменили, все непонятно. Минус 36. Ага. Ага, минус 36. Разламываю. Так, по-моему, я замерзла. О, да. Так, давайте срочно дойдем до какого-нибудь дома. Прямо там есть дом. Так, главное ноги не переломать, а то это я умею, это я могу. Ни шиша не видно в темноте. О, так, обычно здесь много всего, много еды. Но мы же играем на хардкоре, поэтому, ага, конечно, захотела чего, Ксюха. Так, нам бы не хотелось умирать. Там целых три волка. Что же нам делать? Как нам их обойти? А может, они уйдут? Вообще, лучше всего передвигаться во время вьюги, потому что вас не видят псы, вы не видите их, и никто вас не ест. Потому что собакам и самим холодно. Почему я называю их собаки, если это волки? Так, я что-то вижу. Шерстяные носки! О, отлично, отлично. Которые хуже, чем мои, поэтому это не отлично. Но зато у нас есть шапка. Невзгоды! Невзгоды звучит-то как, а? Ну что, скоро уже надо будет поесть и попить? У нас дела пока хорошо. Вы знаете, я прям заметила, что на этой локации дела гораздо лучше. Потому что здесь полно домов. В домах полным-полно всего. Шкафчик. Дай пуховик. Нет. Просить у этой игры, когда я играю на такой сложности, это бесполезно. Что у вас? Аптечек нет. Как вы живете-то вообще? Никаких аптечек. Ничего. Так, что-то я хочу. Я хочу пить, я хочу есть. Я хочу... О, одеть новую обувь! Надеть, точнее. Представьте, на меня нападет медведь. Что мы будем делать? Мы, наверное, умрем сразу, правда? Такое ощущение, как будто я план составляю. Значит, если на нас нападет медведь, мы сразу умираем. Мне страшно. Я не хочу с этой псинкой вообще видеться. Но мне даже отбиться от нее нечем. У меня даже палки нет никакой. Или хотя бы кость, чтобы ей кинуть. Она убежала и все. Представляете, это было бы идеально. Находишь кость и все. Хотя, если бы у нас был флэр, он бы нам помог. Хотя мы можем сделать факел, и псинка должна отбежать от факела, правильно? Только как мы сделаем факел, если мы не можем развести костер? Мы можем попробовать развести костер. Это будет классно. Какие-то одинаковые дома. Мне кажется, им здесь было довольно грустно жить. Хорошо, что они все умерли. В смысле, я не совсем это имела в виду, но да ладно. О, матросский что-то там! Это что-то теплое, наверное, правда? Колготки шерстяные. Вот вы знаете, обычно на такие колготки ты говоришь: «Ах, я не буду носить эти отвратительные кальсоны» или что-то типа того. Вот окажешься в такой ситуации, когда задница будет отмораживаться. Согласишься на кальсоны и на все что угодно. Вот, обожаю открытую местность. Все видно. И псы меня видят, и я их. И я могу предостеречь свою попу от них. Как хорошо. Разумные волки. Почему я это называю все время псинами? Что ж такое? Псы, которые не псы. Мне кажется, это будет девиз нашего прохождения. Как бы выживать, но не выживать. Псы, но не псы. Что я вот сейчас, вот что я хотел сказать? Из-за того, что я играю, я не могу вам объяснить понятным русским языком. То, что я говорю, выглядит со стороны, как будто со мной что-то не то. Но на самом деле это неправда. Псинки. Хорошо. Псинки, которые не псинки, еще не здесь. Ну что, у нас там осталось... 5 часов, да? Ну, значит, мы отсюда и никуда не пойдем, мы прямо тут и поспим. Как же это не обсмотреть-то все? На нем ничего нет. Кто-то все съел. Я не люблю, когда едят мою еду. Это мое все. Все, что здесь на карте, все мое. Никому ничего нельзя. О! Вот оно, видите, вот так бы взяла и не увидела, что там. Арахисовая паста. Я думала, армейская паста. Ну, что такое армейская паста? Она отдает приказы? Так, ну что ж. Займемся курсами кройки и шитья. Значит, джинсы. Вот это что? Действие. Собрать. Пока есть время, можно позаниматься этим. Какой прекрасный солнечный день сегодня.
Температура воздуха 26. Но мы одеты тепло. А в минус 17 мы еще и мороженка на улице кушали. Так что я думаю, наш персонаж выживет. Хотя, учитывая, что это не наш русский персонаж, скорее всего, нет. Тебе уже, наверное, холодно. Ну да, слабак. Чка. Что мы можем сделать? Смертельный холод. Ну, поспи, раз смертельный холод. Что ты, господи, неженка какая. Подумаешь, всего лишь минус 26. Да и ладно, у нас и так полно всего. И не нужны мы, но... Я хотела сказать, не нужны мне, а сказала какую-то чушь. Интересно, нас эта дорога приведет к чему-нибудь интересненькому? Эта локация мне так нравится, я уже целый день выжила. По сравнению с прошлым разом, это прямо небо и земля. А куда-то все псы пропали? Куда делись все волки? Они что-то задумали. Я уверена, они что-то против меня там промышляют. Камнепад. Замечательно. Это интересно, правда. Я прям очень рада, что нашла это место. Мне все это так нужно. О, патроны для ружья! Ружья-то самого нет. Вот черт меня обманул. Патроны он мне дал. Ну, замечательно. А само ружье где? Слышите? О, вот тебе раз, а! Ну вот знала я же. Ну вот знала, что я напарюсь на какого-нибудь волка. Но мне нужно в этот дом. И никакой чертов волк меня не остановит. Вот только я его не вижу, и меня это смущает. Волк. То есть, если я не смогу добраться в этот дом, то могу пойти в тот, но не факт, что там нету волков. Волк там за кем-то побежал. Так, только не сюда, ладно? Да камон! Не надо вздремнуть. Рано вздремывать. Так, надеюсь, он меня не заметит. Бляха-муха. Ладно, давай, в любом случае. Давай. Фу! Давай, ну пожалуйста, так глупо умереть. Все, кролик. Я теперь кроликов. Мне кажется, это теперь самые мои злейшие враги. Все из-за чертова кролика. Yes. Все, друг, пойдем спать. Пойдем поспим. Мы сделали это. Ура! Мы выжили. У нас обезвоживание. Мы попьем. Все это просто супер. Мы выжили целых 2 дня на хардкоре. Увидимся в следующей серии данного выживания. Всем спасибо за внимание. С вами был Эрисон Роуз. Это был The Long Dark. Увидимся. Пока-пока.